Тесла полагал, что если знать частоту резонанса объекта, можно контролировать объект. Или мысли человека. Тесла был гением, он опередил свое время. Но в последние годы жизни он стал очень скрытен, и эти открытия, скорее всего, есть в этой тетради. Профессор? Есть старая коричневая тетрадь, она в моем кабинете. Найдите ее и спрячьте ото всех любой ценой. Пропал мой профессор. Могут погибнуть люди, а ты держись подальше. Если кратко, врагам нашего государства нужны его исследования. Если мы создадим сверхчеловека, нужно прежде уничтожить тех, кто с дефектом. Раз можно остановить землетрясение, значит, можно его и начать. И поэтому эта тетрадь не должна попасть ни в те руки. Весь центр города, все небоскребы строили с учетом горизонтальных сдвигов. Вертикальное смещение обрушит половину застройки. Мы активизировали отчет. Вы готовы их остановить? Спаси Вселенную! Нет! Нет, стоп! Завещание Теслы. Это будет последний звук в вашей жизни.